Всем добрый день! Я вас всех приветствую! Сегодня суббота. На ярмарке я была, но видео я там не снимала. Народу было очень и очень много. Пройти было сложно, поэтому я снимать ничего не стала. Сейчас покажу, что я купила, и отвечу на ваши вопросы. Какой у меня сегодня фруктово-овощной стол. Вот это я все сегодня купила на ярмарке. Перцы взяла по 55 рублей. Еще одни перцы по 40 рублей. Редьку взяла. Вот такой цвет. Розовая она и белая такая была. Ну, она одинаковая, говорят, по вкусу, да, но посмотрю. Редьку очень люблю осенью с морковкой. Можно со сметанкой, с маслицем, с чем угодно. Очень вкусная редечка. Еще я купила помидоры мохито. Я взяла их по 80 рублей помидоры взяла зеленые. Ну, там и бурые есть, и зеленые. Здесь, на юге, помидоры зеленые, они постепенно зреют, и мне прям нравится покупать их зелеными. Постепенно их съедаешь. Не все в раз. Вот это вот удобно, хорошо. Прям вот люблю такие помидорки зеленые. Грушу купила. Вот эта груша по 50 рублей. Она... Нет, по 40 рублей. Она твердая, она прям полежать должна еще. Она такая прям вот, ну, хорошая, вкусная. И вот эта груша. Эту грушу я покупала по 30 рублей, но она спелая такая, ее прямо вот сейчас кушать можно. Тоже ароматнейшая, нежная. Еще я взяла веточку калины маме. Попросила калину. И я купила яблоки Семеренко по 40 рублей. Тоже такие прям хорошие, красивые, вкусные. Яйцо взяла еще точно так же по 100 рублей с желтым желтком, крупное яйцо. Есть и мелкое там такое помельче, оно уже стоит подешевле. Но я говорю, что я сегодня цены не снимала. И самое-то главное, что я еще купила, я купила тыкву у того же мужчины, у которого я и всегда покупала тыкву. Я взяла целиком ее. Тыква по 25 рублей за килограмм. Что-то она, по-моему, вытянула у меня на 77 рублей. Вот эта тыква. Небольшая она, но очень вкусная. Да, вы спрашивали меня. Сорт этой тыквы называется витаминная прикубанская. Ну, вот так сказал продавец. Витаминная прикубанская. Еще в комментариях были вопросы. Сколько стоит маклюра? Маклюра стоит... Один шарик, если он поменьше, то 30 рублей. Если покрупнее, то 50 рублей. И еще спрашивали про орехи грецкие. На этой ярмарке орехов было мало в продаже. И стоимость от 650 до 850 рублей. В общем, я видела 650, 750, 850 рублей за килограмм. Это очищенные орехи. Ну, такая уже как бы бабочка цельная. Но в зависимости от качества орешек. Получше, естественно, подороже. И чуть похуже, они подешевле. Ну вот как-то с орешками в этом году, видимо, не урожай, поэтому их мало было в продаже. Ярмарка, конечно, как всегда, насыщенная. И очень много цветов. Они все раскрылись, они все там прям цветущие. Это красота, просто глаз не оторвать. Очень много фруктов, очень много овощей, все так ярко, все красиво, красочно, как обычно. Ну и людей, конечно, в этот раз было почему-то очень много, ну, потому что на улице тепло. На улице тепло, температура воздуха сейчас 20 градусов тепла, но сегодня пасмурный день, солнца нет и не было, и, по-моему, не будет, потому что небо все затянуто. Ночью было плюс 14 тепла, и сегодняшняя ночь такая же будет теплая. В общем, погода шикарная, но ветерок сегодня. Ветерок у нас 8 метров в секунду написано, и ветер юго-западный. То есть вот прям тепло-тепло-тепло. Вот у меня толстовочка, она такая не толстая, такая тоненькая. И я сижу, мне комфортно, на улице очень даже хорошо. Ну а утром ходила на ярмарку, одевала сверху еще жилетку, и было жарко. Вот такая у нас погода замечательная, настоящее бабье лето. Какие вопросы вы мне задавали насчет ярмарки, я на них ответила. Ролики пока снимать не буду. Несколько дней посмотрю, как оно будет. Но просто у меня мама не особо хорошо себя чувствует, поэтому я пока ничего не снимаю.
Ну, всем всего самого доброго, всем крепкого здоровья, всем голубого неба над головой. Всем всего самого хорошего. До свидания.